Всем привет! Довольно шумное местечко. Здесь трасса проходит. Довольно шумно, чтобы записывать ролик, но запишу. В общем, Куга М5, пробег 2154. И все, приехал подшипник переднего колеса. Как видим, полностью развалились шарики. Причем с левой стороны, что интересно. Не знаю, с чем связано, почему именно с левой, с правой точнее. С левой стороны вроде как еще пока живой подшипник. Простите, вот. Это левая сторона самоката, вот это правая. Вот здесь, как мы видим, вот там видно, что шариков уже нет. Сначала, как это я заметил, закусила калипер. Диск закусил калипер. Я не мог понять, что происходит. Хорошо, хоть это было не на высокой скорости. Соответственно, только потом, когда уже колесо совсем встало, я уже понял, что развалился подшипник. И посмотрев туда, я уже в этом убедился. Такая история, придется заказывать с Алиэкспресс новые подшипники. Вот так. Ну а сейчас придется идти пешком домой, еще пока еще километров 5, наверное. Вот там вот Финский залив уже растаял, и трасса опустела пока. Тишина, птички поют, частный сектор. Километра, условно говоря, ну, там плюс-минус, это ресурс переднего колеса Куга М5, подшипников переднего колеса Куга М5. Всем спасибо за просмотр и всего доброго.